Спасибо. Спасибо, Геннадий. Всегда хорошо и приятно, когда в дом горца приходят друзья. Также и сегодня в гости к радиостанции «Прибой», к телеканалу ТНТ «Махачкала» пришел гость, друг, хороший и настоящий человек Ханчик. И ваши аплодисменты. Я приглашаю на сцену вновь Шумайсат Абдуллаеву. Пожалуйста. И больше чем уверен, что эти песни будут звучать.
Спасибо. Уважаемые дамы и господа, вас приветствует детский фольклорно-хореографический ансамбль танца «Ватан». Орлы Дагестана. Кто сказал, что нет песен о прекрасном и о вечном? Кто сказал, что нет песен о любви? Есть! И звучат они сегодня в исполнении Машидат Амарасхабовой.
سنو آن را این چو امروگی این خیخو دوگو واچو نموگو نو خالص لول حکمت حالاب سوم بگودای دیر خیریای Амарасхамова и Асланбек Идрисов. Спасибо. Его голос поистине можно отнести к золотым голосам Дагестана, потому что он популярен и потому что он любим. Гаджилав Гаджилаев!
Гаджилов, Гаджилаев. Пока. На сцене заслуженная артистка Республики Дагестан Зейнаб Махаева.